правительство на связи, общественники, диалог, постоянные взаимодействия помогают решать вопросы, отметил премьер. О конкретных проблемах говорили и в этот раз. Одна из них – лекарства, которые бесплатно выделяют ветеранам войны. Общественники предлагают некоторые препараты из списка заменить. Проблема состоит вот в чем. Там очень много есть лекарств, малоценных, но они не нужны нашим больным, нашим ветеранам ежедневно. Они же просят заменить их, возможно, на более дорогостоящие, не выходя за рамки общей суммы, на те лекарства, которые им нужны ежедневно. Премьер Мартынов поручил Минздраву представить предложение. Срок 10 дней. Говорили и о транспорте для общественных организаций. Машины пора менять, а кое-где их вообще нет. Вопрос проработают на это 2 недели. Еще одна тема – онлайн-совещание, трудоустройство молодежи и привлекательность сел. Там нужно открывать больше центров для молодых людей и кафе. А еще многие села до сих пор без телефонной и интернет-связи. Минцифры сейчас завершает работу над программой развития сетей. Это часть стратегии развития Приднестровья. Далее к вопросам от трудовых коллективов. Обсудили работу Григорьопольской шахты. Предприятие переживает трудные времена. В прошлом году его передали в ведение госуправляющей компании. Сейчас там завершают проверку. Я знаком с проблемами этого предприятия. Это и снос материально-технической базы, и неудовлетворительная система оплаты труда. Там много действительно проблем, поэтому мы, в общем-то, госуправляющей компании передали этот актив. Главная проблема – исторические долги перед сотрудниками, пока выплачивают текущую зарплату. После завершения проверки для предприятия разработают бизнес-план.